И всем привет, друзья, с вами Грегор, и это 26-я серия второго сезона проекта Город в Майнкрафте. Первое обновление, друзья, это у нас тут. Первое обновление у нас на троллейбусном кольце, разворотном кольце уже на остановке библиотека. Так вот, друзья, я сегодня, я немного расширил троллейбус, сказать, разворотное кольцо, сделал три ряда, чтобы можно было автобусом и троллейбусом развернуться. Ну и, конечно же, я добавил диспетчерскую. Диспетчерская располагается по адресу Дачная улица, дом 8А. То есть за этим дом, за этими домами стоит. Адрес, вот, дальше, диспетчерская разворотного кольца общественного транспорта, библиотека, в скобках Дачная улица. Тут у нас различные рабочие, тут у нас работники, которые следят за диспетчерской. По сути, да, в диспетчерской можно также оформить проездную карту, то есть транспортную карту, чтобы бесплатно ехать на общественном транспорте. В общем, такая небольшая диспетчерская у нас. Следующее обновление уже где-то вот уже во дворах, друзья. Я могу сказать, я сделал, точнее, продлил дорогу внутриквартального проезда, то есть я добавил парковочную зону, детские площадки. Еще одна дорога, ведущая к Комендантскому проспекту. Следующее, друзья, обновление, это уже магазин «Твой компьютер». По названию ясно, что это компьютерный магазин. Такая вот у нас двухэтажная коробка, на крыше логотип. Такой вот, ну, типа монитор. Тут у нас склад, где у нас хранятся бытовая техника. Тут у нас уже тут у нас касса, тут у нас различные компьютеры, ноутбуки, клавиатуры, все, можно сказать, все для компьютера, можно сказать. Тут еще могут продаваться DVD-диски, то есть для соединяться операционными системами, утилитами, антивирусами и так далее. А сейчас все пользуются флешками. Следующее обновление уже напротив, это у нас такой продуктовый киоск, называется гостевой. В принципе, сейчас таких всего две штуки стоят в Айсатовске, правда, один я не назвал. Также я добавил тротуар сзади, тут у нас прачечная, тут военторг. Ну, те, кто не в курсе, это армейский магазин. Дальше начнем с прачечной. Прачечная располагается здесь, дом номер 8 по Комендантскому проспекту, прачечная Рюич. Директор прачечной стоит, тут у нас выход на всякий случай. Такой нет. На первом тоже у нас такие вот стиральные машины стоят. Тут тоже два выхода аварийных. Лестница, тут у нас еще кабинет, тут у нас хранение. Тут у нас хранится стиральный порошок, но я добавил редстоун. Правда, тут лагает, поэтому я лучше заменю на что-нибудь такое. Ну, чтоб не лагало, ладно? Давайте я заменю на... Ну, на блок черти, ладно? Вот. Тут у нас вот... Тут у нас управляет... Комната управления стиральными машинами, то есть, все, то есть, типа, включите эту стиралку, выключите другую, там, и так далее. А теперь за окном стоит солнце. И третья комната, это приличие. Тут у нас такой вот склад, где у нас хранятся стиральные порошки, детали, запчасти для стиральных машин и так далее. А следующее обновление, это уже военторг, армейский магазин. Армейский магазин располагается по адресу Комендантский проспект, дом 10. Располагается рядом с второй школой. И рядом с ней киоск стоит. Тут у нас склад, где у нас хранится вот это вот все. Все товары. Тут, кстати, давайте я просто взял, можно сказать,
Скопирую этаж до здания, спорит здание компьютерного магазина, я просто ему сказать скопировал. Ну точнее, его только первый этаж и вот. Лестницу и другие, и все остальное я упрятал. Короче, тут у нас такая полочка, тут у нас разбирают различные одежда, сухпайки. Ну, короче, все для армии, то есть. Идем в армии. Следующее, друзья, обновление, это уже на другом конце, так сказать, в другом дворе, то есть другого микрорайона. Это у нас насосная станция. Насосная станция располагается по адресу Щербаковская, дом 6А, за домами жилого комплекса Красные Ворота. Пульт управления насосной станцией. У нас диспетчер сидит. Директор насосной станции сидит тут. И самое, можно сказать, самое последнее, это уже машинный зал, друзья. Вот так вот выглядит машинный зал. Извиняюсь, друзья, я очень вынужден был на время прерваться, друзья. Так вот так выглядит машины, зал, насосные станции, тут различные насосы, механизмы и так далее. В общем, вот вышла насосная станция, друзья. И на этом наш 26-й выпуск второго сезона проекта «Город в Майнкрафте» подходит к концу. Понравилось или нет, решать вам. А с вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои идеи. Всем удачи, всем пока.